Приветствую, комрады, приветствую, YouTube. Сегодня мы с батей вдвоем выбрались лес покопать ненадолго. Вот, ребята, такой лесочек. Привет. Вон батя привет всем передает. Короче, ребят, какие дела? У нас июнь месяц уже. Пятое. Уже пятое число. Вот, как видите сами, после майских дождей у нас просто огромное количество густющей травы в лесу и мусора всякого. Да, трава плохая, не помашешь. Ну вот, сегодня будем, в общем, ходить по старым местам и будем пытаться находить свободные чистые склончики и пробивать их. Далеко заходить даже не будем пытаться, смысла никакого в этом всем не будет. В глуши леса травы еще больше. Ну все, смотрим, включимся, когда будут находочки. Первый монитос. Ребята, лежал прям под листвой. Да реформа в земельку закопаться не успела. Трешка 56-го. Нормально. Кроме этого, в кармане еще два гильзача телепаются. Вот так вот. Есть монетка первая. Есть. Вот, ребята, такой заросший лесочек. Теперь только ждать жару. Ждать жару, и чтобы трава вся упала. Тогда можно будет заходить глубже в лес и пытаться что-нибудь найти. Вон отец. Вон он там сигнальчик какой-то ищет. Ребята, у меня за все время вторая монетка. Наконец-то, наконец-то вторая монеточка. Был нечеткий сигнальчик. Я со стандартной катушкой сегодня. По такой траве-то. Вот, был нечеткий сигнальчик. И вылезла вот такая отличная монетка, ребят. 15 копеек 1934 года. Щитовик, мужик со щитом. О, блин. Сохранчик, я вам скажу, очень даже неплохой. Отличная находка. По такой-то траве это уже хорошо. Вот так, ребятушки. Продолжаем. Шли мы с батей вдоль вот этой балочки. Прям по ее кромке. Насобирали всякого говна, блин. Полные карманы. Потом покажем. Вот, ребят. У меня монетка очередная наконец-то выстрелила. Вот она лежит в грудке. 20 копеек, 61 год. 1961 год. Третья за сегодня, ребят. Третья монеточка. Тщательно проверил место, где нашел 20-ку 61 года. Вот это место, ребят. Вот смотрите, вон ямка чья-то. Вон ямки, вон ямки. Вот ямки. Там дальше все в ямках. А здесь поднимаю. С этой стороны рядышком. Поднимаю. Что это у нас? Полтинник. 65-го. Кстати, 50 копеечек. Неплохо. А вот здесь рядом еще одна монетка. И пятачок 61-го года. Вот так вот. Вот они, две монетки в руке. И одна в кармане уже. Двадцатка. Птичка вот там. Ребят, в общем, мы двигаемся с вами по вот этой лесной тропинке заросшей. Нам надо туда наверх. Там как-то, ну, недели три назад собирали грибы, мы ходили. И заметили такие чистые-чистые места, бестравные почему-то в лесу. Мы хотим туда и пойти и проверить их. В общем, что мы увидели? Ну, сейчас это сплошь и рядом. Птичка взлетела. Я обратил внимание в это место, откуда она взлетела. Тут гнездышко, ребят. Да нет, близко можно. Вот они, смотрите, какие малыши.
Вот они. Хавать просят. Говорят, дай похавать. Блин, да они только вылупились. У них еще ни глаз, ни перьев. Совсем малепусенькие. Блин, как червяки. Какие-то как зародыши. Совсем малепусенькие, ребят. Блин, ну прикольно. Прикольно. То как-то я в этом лесочке несколько дней назад ходил, гулял просто. Видел, такие уже были крупные птенцы, вот такого размера, все в перьях. А это более поздние какие-то. Ну, совсем малыши. Ага, жрать просят. Клювики открывают. Хавать хотят. Ладно, все, не будем их тревожить. Обходим стороной и идем дальше. О, какой грибочек. Красавчик. О, это зонт, ребята. Это зонтик. Съедобный и очень вкусный. А, пахнет хорошо. Во какой. Шляпка у него, как зонт раскрылась. Видите, какой. Ароматный, хороший грибок. Наверное, заберу. Таких найду с десяток, на сковородочку будет. О, как переливается красиво. А вот зонт этот увидел. А тут смотрю... Такое вот яйцо красивенное лежит. Думаю, блин, ну так же просто оно не должно лежать, по идее. Не должно. Скорее всего, упало с гнезда. Или, может быть, птица специально его вытолкнула. Ну ладно, оставим. Может, какой-то птичке, которая не вьет гнезда. Так, ребята, ищем. Ищем, в общем, интересные вещи. Ой, ребята, комары грызут беспощадно. А мы сегодня с отцом никаких средств не брали против комаров. Ну и клещи наверняка тоже. Дома будем проверяться. В общем, ребят, на вот этих чистых местах, относительно чистых местах, у меня первый более-менее нормальный сигнал. И вот она монетка. Монетка. О, так это еще и дореформа. Ой, ребят, надо мыть ее, не видно. 40 какой-то год вроде как, двадцаточка. Если будет интересное, конечно же, фото вставлю. Или может сейчас дотрусь. В общем, да, двадцатка. Год не видно. Вот так, хоть одну здесь метку нашли. Скоро домой будем собираться двигать. Ну все, комрады, закончили мы наш сегодняшний коп. Недолгий. Да, коп недолгий, по высокой траве. Самый как раз разгар травы у нас начался после майских дождей. В общем, по находкам. Ручка от вилки. Почти целая вилка. Гильзач. Вот такая шестеренка. Вот такая пимпочка непонятная. Накладочка. Да, была какая-то накладочка, в общем. Хрен его знает. И по периоду точно не скажешь. Ну, в общем, вот такая вот пимпочка маленькая. По монитосам. У нас на двоих 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штучек. Из интересного. 15 копеек 1934. Да, посмотрим по каталогу эту монетку. Может быть, что-то стоит. Возможно, чего-то достоит. Потом ключик отец нашел. Я нашел кружку, но она смята. А снизу у нее был еще даже какой-то орнамент. Вот, ребят. Короче говоря, такой коп получился. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.